Тверской области дан старт пилотному профориентационному проекту для школьников и студентов. О нюансах разных профессий молодому поколению рассказывают непосредственно сами работодатели. Так, ученики 7 класса 53-й школы побывали на заводе по листовой обработке металла. На экскурсии вместе с ними побывала и Наталья Чекет. Экскурсия для ребят началась с конструкторского бюро. Здесь разрабатывают проект будущей готовой продукции. Далее школьники отправились на основное производство. Начинается все с цеха заготовки. Здесь из металлических листов с помощью лазерного раскройщика вырезают детали необходимых размеров. Операторы гибочных станков с помощью программного обеспечения получают согнутые детали необходимых размеров, параметров и так далее. Среди продукции компании – кассовые боксы, стеллажи, стойки, торговые полки, контейнеры для отходов, корпусы информационных панелей и другое. Кстати, цех, где проходила экскурсия, был построен и оборудован совсем недавно, в начале прошлого года. Нашей компании уже более 10 лет. В стены нового завода мы переехали в мае 2020 года. В настоящее время на заводе трудятся более 130 человек. Это 90 рабочих специальностей и около 40 сотрудников офиса. Задача профориентационного проекта не только в теории рассказать школьникам, как организована работа, но и вживую показать все производственные процессы. От начальной стадии до конечного продукта, который отправляется заказчику. У нас очень высокоточное оборудование, и, естественно, оно представлено в основном лазерными раскройщиками, но также у нас имеется и гибочное оборудование. Технологии производства ребята увидят также порошково-окрасочную линию, то, как это происходит в большинстве промышленных предприятий, как наносится порошком краска и ложится ровным слоем. Ребята остались довольны экскурсией. Особенно их заинтересовало то, как изготавливаются кассовые боксы для магазинов. А некоторые, побывав на производстве, уже определились со своей будущей профессией. Скорее всего, буду постараюсь стать сварщиком. Очень интересная экскурсия, очень познавательна. Всегда было интересно узнать, из чего и как делают кассу, которая стоит в магазинах. Развитие системы профориентации и занятости молодежи на территории Верхневолжья – задача, поставленная губернатором Тверской области Игорем Рудени. В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, считает глава региона. Сейчас проект проходит тестирование. На постоянной основе он будет запущен в Тверской области с сентября 2021 года.